Всем доброе утро, мои дорогие! А сегодня у меня в доме опять очень шумно. Приехали гости, у моего баграшика день рождения. Да, у нас, знаете, такая череда день рождения один за другим. 4 августа будет у мужа еще день рождения, поэтому мы все львы, и день рождения один за другим. У нас только тигранчик, и то, который родился на Новый год, в новогоднюю ночь. Вот, и получается, сегодня приехали гости, но не оставили меня без подарков, так как свой день рождения я не отмечала, они привезли мне подарки сегодня. Немножечко вам сейчас похвастаюсь. Посмотрите, какой у меня торт. Юбка из орхидей. Вот такая красота. На коробке на черном фоне плохо видно. Вот так. Чудо, правда? Такая красота, не ожидала даже увидеть такой тортик. Так что день рождения у баграшика, а тортик у меня. Ну, конечно, у баграшика тоже будет тортик, но я вам его покажу чуть-чуть попозже. А сегодня, вот сейчас, будем завтракать с таким прекрасным тортиком, аж слюнки текут. И еще у меня есть подарок, да, мне привезли. Сейчас открою, покажу, что внутри. И вот еще какой мне подарок подарили. Это мой торт. Это мой тортик, но тебе, конечно, тоже дам, сынок. Можешь кушать? Конечно, давай вместе кушать. Сейчас я умру, а я езжу. Хорошо. Я большой. Ты большой. Все, мои дорогие, сейчас будем открывать подарок. Посмотрим, что же внутри. Как раз там сколько нету. Нет, это мы же специально под цвет выбрали. Наверное. Это, наверное, свет. Для картины в моем доме нашлось идеальное место. Посмотрите, как красиво в изголовье кровати будет стоять эта картина. Точнее, она будет висеть, чуть-чуть повыше мы ее подвесим, и будет очень-очень красиво. Обычно здесь я снимаю прямые эфиры, и вы обычно лицезреете как раз вот эту часть кровати, и я ставлю цветочки. А теперь будет еще висеть вот такая шикарная картина, которую мне подарили на день рождения. Конечно, идеально смотрится с моей крупной белой, как будто ее сфотографировали и нанесли на холст. Вот так. Еще мне нужно было открыть окошко, ночью было очень жарко. Я как раз поставила сюда орхидеи, чтобы, собственно, полностью открыть окно. И вот так вот все получилось, знаете, как нельзя кстати. Шикарно. Пока она, конечно, так постоит, а потом мы ее подвесим. Она здесь прям идеально вписывается по цвету, по интерьеру и даже к этой белой орхидейке. Класс!